Он самодельный? Я только что понимаю, там должна быть атакая, типа, пополам обрезанная. Только плохо. Да. Там оно получается по всему растыкано 6 штук. Вот так. На струны. Ну, Данек, а ты же делал термос? Да. Ну, съешь. Второй оказался протекший.
давай ты сам, я дам. Ой, черт. Позитивный минор. Осень, типа. А получалось. Что тут такое? Но он звучит, какую бы ты ноту ни играл, он все время уместно звучит. Это да, это плюс. Пизда, свадьба приехала. Сейчас мы, блядь, бабок заработаем, пацаны. Таракана под скотч залепил. Да. Он сустейн дает. Да они сами туда залезли и подумали. А ну все обернитесь. Не порт пленку. Я знаю три аккорда. В принципе, если свадьбу зацепил, можешь ему фотку показать. Давайте что-нибудь, чтоб я посолировал. То я ж не люблю ритм давать. Ты же басист, чувак. Ну я не люблю ритм. Я люблю соло, бас. Thank you.
как на горячей воде. Оно, собственно, отгоняешь штуку, да? Ну, кстати, блядь, да. Шумная эта хуйня, сука, из металла. Вы собрали. У меня тоже их вторая есть, пацаны. Как какой-то маракас.
потом октябрь. Что, как? Да попал, ебать. Очень легко. Садишься. Только не раздавить, чтобы было тяжело. Ух ты! Как он резонирует в сраку. Что, сладкий чай есть? Да. Сладкий хлеб есть. Ой, это уже серия не будет. Где ты взял, блядь? Я настоящий хуй. А, стояние кожи? С рогом кожи? Бля, такого вообще не было, что новенькое. А ну покажи. Внутрь заныкай. Зачем? Ну такие вот эти. Больше картиночки пожестче рисуют. Прям вообще там расчлененка жесткая. Человек под снарядом. Курение вызывает. Тут снаряд может. Снаряд может прилететь, а тут курение убивает, да? Слушай, а что у тебя золотая струна? По-богатому? Могу себе позволить. Цыганский. Ну смотри, черная. А где седьмая струна, да-да. Что это, тетя? Это Саша нашел, блядь. Он сел на диван, говорит, наушники, говорит, заебись. Тогда мы бы играли бы в переходе, да? Да, там бы мы стояли вот там, где-то возле аварии. Да я так, но там баянист охуенный есть. А, я мимо сегодня себе проходил. Так надо его в бульвар. Он как раз разворачивался. Нет, баяниста не хватает. Баяны есть, баяниста не хватает. Приезжайте ко мне в мастерскую, у меня там есть. О, это правильный человек. О! Не, он на свадьбу пришел. Они нам заплатили, чтобы не выступил. Очень странно, кстати. Ну, надо хорошо ответить. Меня один инструментами за.
зашло. Зашло, зашло. Я тебе объясняю. Иди на кокон. На кокон? На кокон, да. Кокон. Сейчас, давай я сразу, чтобы не забыл. Разве сюда аренду, типа, только. Аренда квартиры. Запись идет, да? Мастерская прикольная. Да, и вот чувак зашел, я сразу вошел. Свечи, огни, там, знаешь, я понял, что офигенно. Мне сразу понравилось. Это же не мой карман. Да, чувак, слушай. Хвала Аллах. Что такое? Смотри, вот так. Да, вот так вот сразу. Не важно, что не попаду. А, это та самая. На три дырочки. Я, кстати, сорян, отморозился тогда за аппарат, блядь, я в таком состоянии. А, да я понял, я вообще не был. Было не вовремя вообще. Что-то там решать, вносить, блядь. Ходить. Аппарат у нас солянка такая была, чувак, очень специфически подключён. А мы, короче, так. Слушай, Виталь, наверное, давай его закупим пока. Вот, потому что я... Подумай, я с собой ничего не взял. Вы от меня сейчас любите? Я жду. Ты так медленно шрон так. Потом пульт поглотил. Да, у него там струны, это зачем кармашек? Ну да, да, да. Единственный человек, который с ремнем, да, походу? Да. Thank you.
ну-ну-ну, расходись. Да, Серега. Приятно. Еще вот товарищ. Что а это за ты? Атака машкары? Я вообще нихуя не понимаю. Серега. Я ощущаю просто. Это заебись. Знаешь, как коробка. Вот а жопу ты продал, да? Да. Так ты разобрался с подключением? Кто ты? Я не разобрался с подключением на автотюна. Автотюн для лохов, чего? А там просто он, наверное, не может попробовать, что, наверное. Это аксиомы, чувак. Да. Ты можешь записать, что было одновременно. Либо для лохов, либо для суперпоп-звезд. Да. Радикально отсюда. А ты даже медаль. Андеграунд это не, это автотюн. Автотюн, андеграунд, чувак. Я каждый раз вижу новый стайл, потому что перевоплощаешься прям. Каждый раз. Конечно, это не узнал. От скинхеда до рэпера. Качок скинхед, потом такой спортивный йогин, короче. Слушайте, ребят, ключей кахон, как он как-то снижает. Слушай, я просто ищу человека с кахоном, и я такой думаю, блин, у нас вообще в нашей реальности местной есть кахон, потому что долгое время не было просто. Как будто кахон это такое, что-то неприсываемое.
прекрасно звучит, потому что половина гарпонов, которые я слышал, звучат как... Ну, блядь, типа... А все дело в скотче. Как он через соль, блядь, не знаю. На конце его оттуда стоит. Это знаешь, ты сел, короче, тут дверь полуоткрытая такая. И ты просто... Она открывается каждый раз от удара. Ты так его, типа, заход видишь. А по факту он не знает. Да, это... Называй так фирму. Покахонтас. Лепальчик, знаешь. Всегда на всех джемах как минимум три гитариста. Да, всегда хорошо. Вообще надо Джеки Эл попасть и забрать мой оригинал. Что такое? Ну, заставил украсть. Электроха чувак спрятал. Самым лучшим. Смотрел Кузьмичко вчера. И нашел смартфон самые любимые места в Питере. Самые лучшие места, где сейчас у себя. Какое я самое любимое? Ну, тебе скажи, не то. Да, он уже вскипает. Или за Дэнс, да. Ты уже в ролик далеко растил. Это вообще картоночка. Это было. Это чтоб на голове перекрутить. На голове, да, если взять картон. А что, бань какая? Вообще надо собрать. Дощечку. Или с гранитом. Блять, а ты заебешься вниз. Ну да. И расколь. Рано или поздно расколь. Ну да. Я не понимаю, что ты еще. Чувак, стой.
Thank you.
проснулся басист. Басист проснулся. Поймал просто. Все Падик тусоваться.
Там и рейер хороший. Рейер? Да. Вазия. Падики. Падики? Падики тебя в жопу выебут. Так, реплики, кому можно временно положить в пульте? Вообще меня не смущает. Ну тоже просто инструментики, все дела. А, это мы играем. Ну, хотя бы так купим. Душевную песню. У меня есть много душевных песен. И они не все про заебаны. Бубна жалко нет, тамбурин. Вот с тамбурином бы хуй закончился. Все, закончим. Да нет, надо еще. Антракт, антракт, цели надо. Короче, пока. Давай, ой, очень тихо. Отдай плед. Тебе еще осталось? Да.
сзади, типа. Поворачиваемся, кто-то там сидит, смотрит, но с картом ебало. Тишина. Поворачиваемся опять. Thank you.
Niggers. Niggers. Лимонес. Не из Киргизстана, как оказалось. Че-че-че? Усики зря сбил. Вообще. Всех Джон пьет. Усики надо было оставить. Там ты Хонта запоешь. Да, у вас четкий кадр. Да? А ну вот. Ритмично сели. Ритмично. Да, и параллельно. У вас цветовая гамма совпадает очень хорошо. Какая гамма? Цветовая. Да. Я жалко. Композиция шла. Thank you.
Да нет. Ой, нет. Гитар Вольф. Сибаса? Это не совсем все, но надо. А давайте ближе к шаурме куда-нибудь, а кушать. Переждать, отдохнуть. Да шавухи тебе тут пиздовать и пиздавать. Вон есть. На, не, на Невский. Да вон шавуха. Рыба кебаб. Рыба. Место проверенное? Нет. Так, Даня, давай попробуем. Рискованно. Главное, не дай дуба, чувак. Если я дам дуба, завод вообще нахуй. Если ты дашь дуба, меня будет в аду ждать хороший пианист. Главное. Новый пассивный.